Однажды Света услышала какой-то шум на коридоре. Она уже хотела выйти и проверить, но входная дверь резко открылась, и вошла Катя. Катя, что там такое? Неважно, ты чего такая взъерошенная? Если кто-то будет звонить, не открывай дверь. Ладно. Катя ушла в комнату. Света на всякий случай проверила камеру. В подъезде никого не было. На следующее утро Катя ушла на учебу. Света доедала свой завтрак. Тут в дверь позвонили. Света по привычке открыла, не глядя. Что ты на этот раз забыла? А-а-а! Где она? Кто вы такая? Где она здесь? Кати нет! Она ушла на учебу! Немедленно уходите! Я не уйду, пока... Я вызываю полицию и дурку сразу. Мне просто нужно положить эту туфлю в... Алло, Пригожина 4, срочно. Мне в дом ворвалась сумасшедшая. Мне просто нужно... Что это? Самара, взять ее! Нет.